Ближе только к нам. Сейчас. Ага, все, началось. Ближе надо. У него голос слабый. Не слабый, а спокойный. Спокойный и тихий. Выдержанный. Да, я не умею играть. Мы сейчас находимся на тот самый старый участок. А вот это у нас легендарный. Крыжовник. Это крыжовник от самого Латинкова, ныне покойного. Но уже опоздали. Защитить не могу. Смотрите, это называется естественное омоложение. Рухнули три огромные ветки. Я их потом допиливал, видите? Вот. Рухнули от урожая. Смотрите, какой был урожай. Три огромные ветки, идите сюда. С этой стороны. А теперь представьте себе, что вот это умножьте на 50. Вот покажи им, Ленсон. Умножьте на 50. Это единственная ветка, которая, она маленькая, она сохранилась. А вот эти ветки, это был тихий ужас. Но спасти было невозможно. А для этого же и делают обрезку. Чтобы было урожая меньше, чтобы дерево так не страдало. Да, да, только понимаешь, когда ее делают, чтобы крупнее урожай, и тогда получается вообще ничего. Да? Они просто дерево. А, ну что? Они просто дерево. Мы сегодня живем на грани выживания. Это уже готово? На вот это. Ну почти. Нет, давай в это самое. Она чуть-чуть отстает, понимаешь? Вот. В этом году чуть-чуть попозже, что да? Да, у вас попозже. Тоже? У нас тоже. Потому что весна была поздняя. Так, это самое, господи, классическая самая моя груша. Лада. А, Лада. А я что пробую? Это она же. Вот мне интересно было Ладу попробовать. Вот пробуйте. Пойдем сюда. Ну лада и у нас растет рыба так. Молодые деревья. В некоторых местах. Вот это дерево, дерево сад. На нем 5 сортов. Сюда показываю. Хорошо, хорошо. Вот. Она уже старая. Ему 25 лет. Вот. Ну, пока держится. Естественно, ни разу не подходил с секатором. Зачем? Они же плавают. Они сухие, я имею в виду. Не, не надо. Они не мешают. Это часть. Сухие ветки – это часть дерева. Поэтому обрезать их, ну, не то, что надо, а бессмысленно, скажем так. Ну, она загущает, вот. Вон, например. Да ничего она не загущает, посмотрите. Даже сейчас на нем будет ведер 10-15, я не преувеличу. Вот. Это я вас так спрашиваю. И потом, попробуйте ее по этой. Провоцировать. Да, да. Обрезать. Я же оппонент. А, оппонент – это хорошо. Да. Так, поворачиваемся. Домик. Вот это молодые деревья, им 10 лет. Вот этим. Почему они такие маленькие? Это разные сорта? Вот это лада тоже? Вот это лада. А, ну я вижу. Это, вот это мой любимейший сорт осенний яковлев. Ой, какое это чудо. Слышала, что очень хорошая. Она, вот это осенний яковлев, два раза сахар больше, чем знаменитая лада. То есть, как бы сказать, это Мерседес, а это Лексус. Понятно, да? В памяти яковлева не растет. Я посадила у себя. А куда она денется? Ну, не знаю. Это более южного, европейской части. Так а у нас же, у меня тут половина с Украины. А, ну у вас-то да. Я про не забывай добавлять, я так думаю. Пригород. Нет, и у нас просто ни у кого не растет. Просто у них нет таких сортов, и все. Не потому, что они не пробовали и не растет. Нарядная фима. Вот она. А вы так близко специально садили? Нет, просто места мало. Это вынужденная мера, зная, что гниет, будет гнить штамп. Видите, как он штамп страшный. Вот, чтобы не будет хватать солнца, что они будут лезть вверх на солнце. Просто у меня не было выхода. Смотрите внимательно. Нужно отступить 2 метра и садить. Даже есть какие-то нормы, правила, да? Смотрите, видите? А у меня вот тут еще один ряд был, глядите. Ничего себе. И вон он. Как это близко. Ну куда идешь? Это... Вот так было, да. Открываю один из секретов. Мы сейчас идем в питомник. А это бывший питомник. И как эти продавал ряд. А крайний оставил, чтобы хоть как-то было. Теперь соседи ведрами собирают. Не пересаживать. Представьте, сколько груш достается соседям. Вы стараетесь не пересаживать там, где выросло, привили, там и сидело. Да. Это бывший питомник. Так, ну, общий взгляд, пойдем в питомник. Мы начали грушами угощать, да?
Лада прикольная. Много не ешь, там еще много всего. Сварог слева. Ой, я очень хотела сварог попробовать, потому что она у меня растет. Сало как сало, что ее пробовать. Он не успел и близко зубы обломать. А, он поздний, да? Попозже. А он хранится месяц, по-моему, да? Да. Немного. А вот третье дерево, видите, треугольник? Угу. Видели, что это? А, орех. Жесткий орех, который... А говорят, что рядом с ним ничего не растет. У нас не растет, у нас прям вот по периметру вот так вот так вот. Ну вот смотри, видишь, все растет. Там растет отдельный вот. Какие-то многолетники растут. А этот растут. Дружился, не мешает, не мешает. Это самый слабый урожай за 30 лет. Самый слабый. Mm-hmm. Обычно здесь ковер из гниющих этих груш. Mm-hmm. Продавать не научились. На семечки возьму. Mm-hmm. Кто приезжает, угощаю. И половина все равно сгнивает. Я хочу посмотреть сварок поближе. Ну, у нас такой вряд ли вырастет высоченный. Я думаю, нет. Ну, вот что моему 8 лет, вот чуть веселинка побольше. Сорта, которые плодово-ягодной станции. У нас вот такие. Здоровые? Корягин, да? Ну, баба садила еще, когда было. Но у нас, знаешь, вот такие назад. Вот груши. Вот это максимум. Хотя им уже лет 10. Ну, 10. Когда будет 30, будет такие. Да, наверное. Знаю. Может быть. Покажу питомник. Дело в том, что у меня два последних числа собирается сделать два чека, один уже даже оплатил. Два крупных заказа. Она чуть попозже. У одного 2 гектара, угу. А другому подавай все, что есть, по 10 штук. Я посчитал, все по 10. Это получается, это уже получается по 1000 семян. Есть список. Где он будет садить? Как его учить? Вот. Вот так, идем, покажу, что такое питомник по железу особый. Ой, какой-то интересный. А, это так выкуплено, да, у вас? Это так... второй участок, снесли забор, то есть вот, сосед. Смотрите, это был раз, вот по эту границу. Вот uh-huh. этот был прикуплен, uh-huh. вот этот кусок. Тут еще ходить, доходить. Uh-huh. Вот прикольно. Это еще прикуплен. Там, где мы были, начинали съемку через дорогу, тот прикуплен. Uh-huh. Еще вон забор, еще вон тот прикуплен. Uh-huh. Здорово. Вот, и все равно места не хватает. Почему? Надо заниматься испытанием. А у меня нет возможности иметь контрольный сад, к которому секатор не подходит. Uh-huh. Ну, да. У них все на деревья в колесе. Всегда должен быть контроль. Всем сравнивать. Да. Вот это вот болезнь. Это по вашему болезни. Нет? А по... Нет, вы правильно говорите. Дело угу. в том, что у меня есть груши, которые абсолютно не страдают. Знаете, от чего это? Угу. В этом году повышенная влажность. Для нас угу. мы 30 лет приучали к морозам, так? Угу. А это вот она есть, для нас это парша есть. Угу. Вы скажете неправильно? Нет, неправильно. А для нас парша. Пойдем я сюда. Не скажу, что неправильно, я не знаю. Надо, более детально смотреть. Если вы приглядитесь... Всех груш по-разному сопротивление. Условия одинаковые, а сопротивление. А тут сорта разные, вот допустим, вот эта землянка, разные сорта или это один. Ну, как правило, может быть, допустим, 5 таких, 20 таких. Ну, разные, вот, смотрите, видите? Вот. Никаких болезней. Они по-разному относятся. Я заметил. Разница разная устойчивость. Каждый год ни на одной вот этого бы вы не увидели. Угу. И только тот год, помнишь, самый мокрый, да? К осени. Тогда было 320% осадков в лето. Конечно, да, вот тогда к осени они разделились на невосприимчивое, именно, то есть устойчивое. Это, например, уже можно в Ленинградскую область. Так, вот тут еще надо посмотреть на эти, на бирочки. Вот. А вот этот уже в Ленинградскую область не пойдет. Угу. Вот это уже есть селекция. То есть вот выбираем, все это проверяется, но а если это разные сорта, Софья, может быть... переезжайте, потому что некому этим заниматься. Mm. Я ни одной записи в жизни не сделал, поверите? Mm-hmm. Вот. Пойдемте дальше. Я определил лесная красавица, супер сорт, слаще не бывает. Морозостойкость добился до 40 градусов, несколько поколений. Mm-hmm.
И вдруг, когда два года почти подряд дожди, а она не выдерживает это. Вот, и получается вот такая вот картина. Это значит, что вот сейчас пройдем мимо, тут есть чистейшие сорта. Но тогда тот год было четко видно. Ни одной помарочки, одни сорт. И тут же рядом листья чернеют другой сорт. Никто не сделал ни записи, ни это. Я кроме высокосайдца ничего не запомнил. Вот жалуюсь. Здесь должен быть человек, который ходит только шариковой ручкой. Очень много. Ну да. Вообще, надо сказать, очень мало научной литературы и по вот сортоиспытанию в условиях Сибири. И вдруг выясняется, что вот это яблочко, допустим. Видите? Вот. Ну не стали мы ее продавать. Может быть, кто-то побрезговал, не купил. Понимаете? Ее оставили. Ну так получилось. Ну, ведь красивая. Красивая. Спасибо. Еще бы розмарин, слово роз, наверное, розовое, да? Идем сюда. Пойдемте, я вас с Украины привез. Знаете, я вам жалуюсь, как коллеги. Значит, много такой гадости пишут. А у него ничего своего нет, он все достал. Ну я, извините, значит, съездил достал? На Украину. Что значит достал? Я достал из кармана гривны и говорю, мне все лучшее. И когда это мне все лучше, мне несколько сортов абрикосов появилось. А я вроде ни при чем. А интродукция? Вот. Взял, приучил, научил их здесь жить. А я вроде ни при чем. Я это, оно это скосили я косой. Сюда, смотрите внимательно. Там-дарам-дарам-дарам. Вот эти, да. Иди сюда. Вот оно. Одно из моих чудес. Это называется твинки. Ой, я упала. А вон она. Сейчас я вас буду угощать. Ну, вот такие сорта, допустим, бы здесь кто-нибудь организовал. Так мы это вот и делаем. А вон они, смотрите, валяются. Вот их много. Вон они на полу. Упавшие, а я что-то не обратил внимания. Как я вас буду угощать? Это все надо увозить с собой. А мы все заберем. Вы не беспокойтесь, у нас вон сумочка есть. Так, нет, надо сумочку сразу открывать. Ну что, ходить так. Так, ну дело в том, что я что хочу сказать. Вот здесь были предприниматели. Это каждый раз приходит. Это мы вообще будем. Да? Каждый раз все меньше остается. Вы бы видели первое, которое я снял. Так, идем сюда, недалеко. Это вот надо сельхозземли и здесь вот мы выращивать, допустим. Все у нас есть, я тебе покажу. Да? Есть одно но. Все вокруг уничтожено. Предполагаю, бактериальные болезни, может быть, та же самая, все-таки, ну что-то бактериальное. Почему? Я с грибами хорошо знаком, с нашими грибами, которые здесь живут, и дружу с ними. Смотрите. Ну, это патогенные грибы, это совсем другие. А порт, он латинский. Если бы его поливать бы еще, он на Косогоре, здесь всегда сухо, корней вот все вот столько, а это апорт кровокрасный. Так вот. Ну, мелковат, стыдно. В прошлом году был 450 грамм. Красавец, все равно. Пойдем дальше. Вот если один есть вот тут, а вот те самые персики. Вот эти персики мы прививали одной почкой. Вот одна, из одной почки выросла вот это. Это прошлого года не оставалось ни одной, это все в этом году. Без полива. Персики подливают у вас до всегда абрикосов? Нет, персики это поздние овощи. А, наоборот. Да, вначале это самое зимы. Первые урожаи до зимы не вызревали, а потом все приспосабливались. Это вот здесь у вас сын, да, нет? Собирается. Сейчас я вас отправлю. На молодом дереве они предельно нарядные, скажем так. Жарко сегодня вообще. Вот сейчас я вам буду показывать супер сорта. Вот оглянись, вот эти вот пересаженные. Почему? Их не купили. Представляешь?
Их не купили, красавчик. Он их просто, чтобы они не росли, он их лишний раз пересадил. Угу. А теперь почему? Чтобы затормозить рост, да, пока они там. Да, это я внесу. Затормозить рост. Смотрите. Сейчас у вас буду загнать. Ну, как вам вот это, нёба? А в советское время без уровня не слышно, были какие-то сады? Такого, как у меня, близко не было. Это все новинки фактически. Mm-hmm. Там, ну, что попроще. Боровинка, белый налив, папировка. Mm-hmm. Попадались, допустим, да, в Субботино, куда вы поедете. Очень уважаю Байкову. Жигулевская, mm-hmm. это супер сорт. Вот, я отношу. Вот так бывает, повезло. Mm-hmm. Вот именно вот Жигулевская стала королем наших садов. Mm-hmm. А кто начал? Байкова Галина Николаевна. Я ее называю, знаете, один из основателей. Она ученая, здесь ученые мало участвовали в этом. Но она такую руку приложила, что здесь... Во-первых, она посадила весь этот госсортовый участок своими руками. Да, я бы сейчас орден бы вручить, государственную премию бы вручить. А только один человек, который может это оценить. Угу. Остальные все в могиле, так уж вышло. Обычно на таких людях все и держится. Да, ну вот я говорю, что вот это неоцененный труд. И не оценивается, да. Оценивается то, что по телеку. 52 гектара, здесь представляешь? Здесь тоже самое крупное, посрывали. По телеку всякую ерунду крутят, вот это вот у нас красота. Сейчас а я... люди, которые реально занимаются наукой, ну, ради человека, ну, общества, вот что-то смотрите, делают. Смотрите, идите сюда. Тут скажете, что я из кармана вытащил. Из оставшихся вот это, наверное, самое крупное. Угу. Это мельба, да? Крепко держится. А давайте лучше с земли. Ух ты, смотри. Давайте с земли подберем лучше. Да, да, пардон, ко мне неудобно угощать. Сейчас найду. Вот. О! Ой, посыпали. Ну что, не могли тару взять? Нормальную. Я просто хотела посмотреть. Посмотрела, называется. Ну что будем делать, куда мы это все добро девать будем? Ну, тут еще три штучки. Это мелба красная. Они похожи по внешности очень сильно вот с этим. А вот железовый провод. Понюхай вот. Вот они очень ароматные. А, то да. Без запаха. Это кисленькое такое. Ну. А, ну. А это и прям. Вы знаете, вы не очень... спросили, занят ли я. Сейчас мы в саду с учеными людьми делаем запись. Потом часа через два можно. Мельба же одна из самых вкусных, да? Варенька, мы тут. Варюша. Постараюсь, только сейчас сам еле живой. Посмотрим, ага. Сюда ладно. Иди. Сюда иди. Вот так. Мелбу попробовали? Нет, еще я вот эту еще доедаю. Вот. Это какой был сорт? Это мелба. Нет, вот тот. Квинки. Тот квинки. Варюш, сюда вот иди. Соня, покажи ей. Медовых. Медовая. Медовая. Так. Ну, это все осталось, вот не куплено. Пробовать, да? Там у меня кандиль белоснежный. Давайте на грушу полюбуемся. У меня бабушка тоже никогда ничего не обрезала. У меня еще тут медовая рядом, только что. И всегда она была... еще не созрела. У меня всегда был медовый. А вот это вот у меня, видимо, тут целый ряд. Груш, память Якова, которые... А я обрезаю, формирую. Вот здесь у нас вот это вот случаи такие, когда мы обрезку делаем. Угу. Это так страшно. А так они абсолютно здоровые, посмотрите. Ты что ее бросила? Приведи по идее, мы должны, не задумываясь, взять баллон, развести яды всякие, да, фунгициды. И начать прыскать просто так. Я вот хожу вокруг него и думаю, на каким чертом ее прыскать. Ага. А если только условия, увидите. Если нет, вы увидите признаки заболевания, тогда условия можно. Лучше. Там это надо, условия там надо поля, прыскать. Там не увидите. Вот смотрите, как я загубил. Я сами показываю. Вот видите? Угу. Я взял веточку на прививку. Вот она. Пенек. И теперь именно от этого пенька, хотя он вроде правильно сделан по науке, вы же, целая ветка погибла. Вы берете со всех деревьев прививки. Я вынужден, я калечу деревья. Же, они же все равно живут. До поры до времени. Они не должны так быстро умирать. Вот это пока одна ветка. Угу. А теперь смотрите.
это вот так вот делаю такую панораму. Это так называемый питомник, переходящий в сад. Кочущий питомник, в маточный сад. Маточный теперь сад. Следующий этап. Я получил вот, Александр, покажи. Вот они, первые груши. На, куши яблоко. Я убедился. Соня, отведи ее к мальчикам, пусть попьет. И дай ей попить, пожалуйста. Иди вот за Соней и никуда не отходи от нее. Иди, я сейчас приду и принесу, иди. От Сони не отходи. Самое интересное сейчас начинается. Итак, этому дереву 4-й год. Одно дало первый урожай. Это нормально. Вот он. До 4-го года это очень высокое это груши, дерево. Это моя элита. Это с первого десятка. Слаще не бывает. То есть вы первый десяток попробуете, никто из вас не скажет, это слаще этой. У них все предельно слаще. Где-то от 4,5 до 5. Вот. Теперь, и вот с этого момента, вот я его начал калечить, вот она рана, вот она ветка отрезанная, вот я уже начал ее калечить. Видите, смотрите. Вот. А так вроде бы выглядит более-менее приглядно без нее. Вот. Теперь, тут их примерно штук 50 я отрежу. И сделаю, каждое, обычно это очень роскошь, когда много. Я делаю обычно раз, два. Самое ценное. Ну, когда уж к тому, кто уж имеет одну единственную веточку, ну, три, не больше. Причем капулировка, то есть теряются обычно 2-3 почки. Так. А кулировкой можно каждую почку использовать. Но там качество хуже самого саженца. Раны страшнее. И вот получается так, что с этого момента начинается уже, это был питомник. Вот они, видите, случайно вот они. Ряд, да? Так же, как яблоки, смотрите, ряд. Вот. Это не случайно. Теперь с этого момента она становится маточным садом. Потом у нее третий этап, я называю пенсия. Нет, пенсия четвертый пенсия этап. Пенсия у вас вон там. Третий этап – это сбор урожая, это реклама, это хвастовство. А, ну самый вот, да. Расцвет. Это расцвет, но… Это где-то лет 10-15. Да, 10-15. Потом они, если вот так продолжать, а это специальная обрезка. А их с каждым годом они будут короче, будет больше, но короче. Каждая отрезанная даст 2-3, но короче. 2-3, но короче. Потом кардинальная обрезка, омоложение. И в этот момент она или умирает, или продолжает еще давать черенки. Ну, а пенсия, это вот те, что я показывал, огромные. Вот. Тем уже 35-40. Нет, примерно 30. 35-40, они, это уже на выручку. Там анекдот такой, что они уцелели от расправы, от этой жестокости. Только потому, что на них бирки потерялись. И уже когда я увидел бирку на нарядной Ефимов, на ней уже было 15 ведер. Урожай сразу. То есть первый, нет, 4-й год, 5-й год, потом 6-й год, огромный урожай еще. Ярко-красные груши, спутать невозможно. Так. И поздно ветки резать. Я оставляю ее навсегда. У меня таких мало, потому что земли никогда не хватало. Вот последние развернулись, чтобы когда вот этот участок купили. И вот выглядит, и должен выглядеть вот так. А я сейчас, у меня вебинар еще есть там минутки? 23. 23, договорю. Сейчас очень плохо, что жара достала. Конец июля, да, августа. Вот. Вебинар, он выглядит так. Два человека, я вот по ходу говорю, 1-2 гектара. А другой сказал, мне по 10 штук, но там 50 наименований. Так, а я ему еще обещал побольше. И вот получается так, что, смотрите, вот питомник, вот дикие груши. Все они будут привиты, так. Вот яблони. Они были привиты годом раньше. Почему они такие маленькие? Потому что их не поливали, не удобряли, ничего не делали, так? Вот. Я подозреваю, Сергей даже их не прыскал. От этих отлей. Дальше. Какие-то из них кто-то побрезгует. Так. Ничего ни разу специально ни одного не оставляю. Но так как тут нет заурядных, получается, что какая-то из них останется навсегда. Вполне хороший. Да. И наконец. Да, вот это и есть тот самый питомник, вот если приглядеться, вот тут до сих пор еще траву не выщипали. Он был бы красивее, но не хватает рук. Да, вот. Да. И ну, пойдем быстренько успеть, по сделать. Те самые абрикосы, которые у тебя не хватило места.
и которые так и не были выкуплены. Вот они. А они уже переросли все эти самые. Они остаются навсегда. Это супер абрикосы. Равных их нет. Тут Фаина, академик королевский. Равных их нет вообще. Вот тут еще сидят справа они. Ну не хватило пороху, да, Александр? Некуда. Некуда. Вот. Из-за этого только. Там, где густо, там часть из них будет вырублена. Они вырастают огромные. Да. И где сейчас 5 штук, лет через 5-8 останется один. Пока все 5, пока все будут рядом с черенки. Будет как-то насильственно рост сдерживаться. Но приходит пора, или умирает, или на пенсию, если успевает. Вот так. Вот сколько я вам наговорил всего. Видите, у вас тоже технология своя. Да, под каждую, как сказать, у каждого своя технология под определенные цели. Сейчас я вам осталось минутку. Я вам покажу дерево, которое я не могу идти. У нас 4 минуты. У меня крыша съезжает от этого. Пойдемте. Идентифицировать в плане какой сорт? Вообще, что это такое? А, вообще, что такое? Я люблю такие загадки, но надо же ждать, когда... А откуда это вот появилось, неизвестно, что такое? А памяти не хватает. Так, осторожно, наступите. Смотрите. Да, я перестану. Ну, это, понимаете, что это лещина. Ага. Вот, самая настоящая, смотрите. Да, да. Часть. Она созревает. Я уже банку собрал целую. А, уже. Я, кстати, хотела что посадить, у меня мама говорит. Собирать, сколько собирать. Растет прекрасно. Вот. Вот смотрите на это чудо. Забор уже не нужен, земля куплена. Что это растет? Оно еще и привито. У меня крыша едет, я не знаю, берка хотела. Какая-то. Нет, это или венгерка, слива, или на черешню похоже. Слива, да, либо черешня, да. Это гибрид, чего с чем? Внизу вот сливовые веточки. Или вишневые. Я же говорю, она привита. Понятно. И какого выросла? Когда плоды будут, увидите. А, спасибо, а если не доживу, знаете, как обидно? А придется дожить. Пойдемте, я еще. Аленушка, время осталось. У вас нет выбора. Я Аленушка угощу. Вот эта Аленушка, она должна жить везде, вплоть до полярного круга. Аленушка, это которая плодовоядная станция? Это моя Аленушка, извините. А, это ваша Аленушка. Да. Ее надо еще сделать. Вот, нет, вот это мелба, кстати. Вот то, что это, сейчас, да, вот она. Угу. Чудо из чудес. Ее до полярного круга можно разобрать. У вас ее покупали где-нибудь на север? Так для этого надо эти ветки отрезать, надо их привить, надо вырыть. Вы не прививаете? А кому нужна такая мелочь? Знаете, что Да не такая уж это и мелочь. Чем она была? Знаете, если она на северных регионах будет расти, она не такая уж и мелочь. Поймаете, ее никто не купит никогда. Что такое рынок? Я прихожу на рынок, я вижу фотографии, вот такие вот. На них яблоко, также написано название тех, Жигулевское, это мелба. Размер фотографии, яблоки размер с футбольный мяч. Это маркетинг называется. Маркетинг, а это называется мошенничество. Это называется. А люди за своего невежества всему верят. Вы представляете, мы могли бы вырастить 1000, 5000, может, когда-то ты это сделаешь. На всю Россию. Но их невыгодно продавать дешевле, допустим, 600-800 рублей. Ну, не будут за покупать. За саженцы. Мне просто наболевшее. Ну, а почему? И у него, да я вам показывал, непроданное. У него супер сорта не покупают. За 1000 рублей. Так, нет? А тут же рядом на рынке, ну, пусть 600-800. Где-то по 3, по 5, по 15, по 20 тысяч продают. Это из-за неграмотности населения, потому что везут все с юга. И всем надо вот такое, в такой палец толщиной. Так наши-то не хуже, чем на юге, наоборот. Такая, конечно, у них все дохнет. Они просто тратят деньги. А к нам обращаются, после того, говорит, я 20 лет садил. Я 20 лет деньги выбрасывал каждый год. У меня нет ни одного дерева. Вы последняя надежда. Пожалуйста, не обманите. Не пришлите мне дичок. И где же вам дичок-то возьму? Где? Для меня деревья как женщины. Все хороши. Ну, ваши сорта не все тоже будут расти у нас в пригороде. У меня, я еще раз говорю, есть Дивногорск, есть десятки километров вдоль этих деревни, сплошные посадки вдоль Енисея. Там можно вырастить.